Чтобы ездить на хорошей машине, нужно проявлять трудолюбие и профессионализм. Тогда усилия принесут результаты и получат заслуженную оценку. Компания Greenway награждает своих лучших сотрудников новыми моделями автомобилей Mercedes. Дарить сотрудникам машины – традиция серьезного и уважающего труд бизнеса. Наталья Гурьевская работает в компании Greenway сравнительно недавно. Карьеру сделала сама, начав с нуля в незнакомой сфере. Я обычная мама из Одессы, у меня двое детей, у меня муж. Так сложилась моя судьба, что 2 года назад я похоронила папу от онкологии. В этот момент я серьезно задумалась о том, что бытовая химия реально вредит очень сильно нам. Я искала альтернативу, еще у меня дочь младшая аллергик. И случайно в интернете я нашла салфетки Greenway. Я увидела у блогера рекламу, она длилась 15 секунд, и мне этого хватило, чтобы понять, что мне это надо. В Украине этого тогда еще не было. Я была одной из первых, наверное, в Украине, кто об этом узнал. Да? И сейчас, благодаря этому, в моей команде уже более 10 тысяч людей зарабатывают через интернет. Бизнес Натальи чистый и здоровый. Не только для себя. Он помогает сохранить здоровье всем, кто обращается в компанию. Последнее исследование ВОЗ и ЮНЕСКО. А далеко не курение стоит на первом месте, вредит и ведет там, к онкологии или к чему-то. На первом месте это ожирение. Второе и третье место – это бытовая химия и косметика. Это то, что предлагает наша компания. Она предлагает экологичные продукты. То есть, допустим, есть салфетка, которая позволяет мыть посуду 2 года без моющих средств. Всякий успех складывается из каждодневных усилий. И достичь его может каждый, кто их приложит. Но есть определенные условия по товарообороту, которые, если ты создаешь, если у тебя есть команда, каждый получает Mercedes. Вот, допустим, если взять Украину, кроме меня, в моей команде уже 8 человек тоже выполнили условия, в ближайшее время сядут свои Mercedes. Сегодня поздравить Наталью и отметить этот день вместе с ней пришли самые близкие и любимые – друзья и коллеги. Впереди сотни тысяч километров за рулем новой, комфортной и надежной машины. Mercedes в рекламе не нуждается. Рассказывать нужно о людях, способных изменить жизнь своим умом и руками. И показать другим, как достичь поставленной цели, чтобы от достигнутого рубежа было проще и быстрее мчаться дальше.